А если вернуться к этому вопросу, то, конечно, мне посчастливилось. Я из жестких рук перешел в жесткие руки. Угу. Вот. Ну, конечно, отец-то я был под контролем каждый день. Ну, в 9 часов вечера он приходит с работы, там он в Чкаловской дивизии. Да, в Чкаловской был, знаете. И сейчас там аэродром. Приходит в 9 часов на лыжи, кому уже спать уже ложились. Второй раз не повторяется. Значит, все на лыжи, сонные, и бежать, значит, вот улица Кусинен, там парк. И так все время. И на лето приезжали в город Дмитров, где мама родилась, там, где они познакомились с отцом. Все, утром, каникулы, все дети идут купаться. Тут наряд, 7 подъем, пока не выполнишь, гулять не идешь. Жесточайшая дисциплина. За провинность наказывали. Я стоял на горохе. Знаете, что такое стоять на горохе? Слышал, да. Слышал, но никто не стоял. Ага. Вот. И на горохе, и портупеи, я не знаю. То есть это сушеный горох очень? Сушеный горох. И надо на колени встаешь, и молоток вот так вот. А, и молоток еще? А, и линейку. Вот попробуйте, я вам сейчас дам линейку так подержать. Не хочу. Минут 15, у вас уже все. Вот. Это было... Или плохо что-то, двойку, или еще что-то. Вот он смотрит телевизор в угол, и линейку тебе. И стоишь уже, и так, а на линейку у тебя уже 100 килограмм, уже, и уже не можешь ее держать. Ну, так воспитывали. Но я хочу сказать, что я благодарен отцу, почему? Потому что, во-первых, он меня с детства приучил к дисциплине, к труду и к качественному труду. Если плохо делаешь, он вдвойне добавлял то, что он тебе говорил сделать. Поэтому, когда я к Тарасову пришел, первые слова у Тарасова, ну что, полуфабрикат, он меня так назвал. Если будем работать, если выживем, будешь великим, не выживешь, извини. Я говорю, да я в 9 классе учу. Да. В 9 классе, он говорит, завтра в шахту в хоккейную. Вот, вот я легко перешел, потому что я привык с детства подчиняться, уважать старших. А я никогда, у меня был пример отца, я никогда не видел его выпивши. Правда, курил постоянно, но все летчики курили. Вот, и никогда он не ругался. И был для меня примером такой дисциплины, утром зарядку делал, вот. Хотя большой спорт не любил, этого тоже надо отметить, только физкультуру. И я из одних рук перешел в руки Тараса, поэтому они как бы добавили или как-то вот, ну, объединили усилия, чтобы сделать вратаря.